выжить с биткоином соревнования. Adastra Marketing, компания, позволяющая инновационным компаниям и стартапам рассказывать их историю, запускает конкурс с биткоином. Правило соревнования одно. Участники должны преодолеть путь из Лас-Вегаса в Торонто, не используя наличные и банкоматы. Для платежей будет доступен только биткоин-кошелек. Цель мероприятия в том, чтобы повысить осведомленность о биткоине и изучить, где он используется в повседневной жизни. Директор по маркетингу в Adastra Амелия Арас станет одной из тех, кто отправится в это путешествие. Арас сказала, что она очень рада опробовать биткоин как единственный возможный способ оплаты.